Всем привет! Друзья, проект WebTransfer, и все мы сталкивались с проблемой, если мы выставили много заявок, и их не забирают, их нужно удалять. И удалять их очень долго, но выход есть. Как я выяснила недавно, только что можно сказать, и сразу пишу видео, если мы нажимаем удалить ОК, можно не дожидаться, пока все там сработает, просто нажимаем вот так вот удалить и ОК. Вот сейчас я это уже проверила, это точно работает. И сейчас все заявочки эти поудаляются одновременно. Потому что раньше я ждала просто, пока оно все прокрутится, пока все там... Мне нравится веб-трансфер, каждый раз нажимаешь на удаление каждой заявки. А так вот, все мы подряд раз-раз-раз. Вот оно сейчас крутится, и все должны убраться сразу. Это ускоряет процесс. Отлично, все получилось. Как вы видите, все работает. Так что успехов вам. Кстати, еще моментик тоже сегодня выяснила. Заходила я на биржу, хотела взять займ. И был процент минимум по 2% можно было взять. Это, конечно, было много. И я не хотела брать по 2%. Я выставила заявку, выставила заявочку просто. Под 1,3, и мне сразу, буквально очень скоро, выдали займ под 1,3. Так что не всегда то, что есть на бирже, это самое как бы выгодное. Да? Здесь мы обычно делаем так, в гарант. И я смотрю, кстати, раздел вот появился, здесь можно выставлять проценты, дни, проценты, все сразу выставлять. Это ускоряет процесс поиска, но тем не менее... Я же говорю, я тут не нашла меньше, чем по 2% утром сегодня. Но когда выставила сама заявку, вот этим, через это меню, на кнопочку «Занять», выставила сначала под 1,5, мне сразу отдали, потом я выставила под 1,3, и мне тоже буквально в течение там, 5, максимум 10 минут прошло, и мне дали займ. Вот, на этом все на сегодня. Всем успехов и хороших чеков. Пока-пока.